Всем привет! Меня зовут Мария Бурцева, и в этом видео я бы хотела вам рассказать свои заключения относительно маркетов. То есть хочу вам рассказать, что я об этом обо всем, в общем-то, думаю, да? О маркетах и об участии в них. Что такое маркет, еще раз повторюсь, да, это выставка продажи, ярмарка, да, кто как называет. Суть этого мероприятия в том, что ты платишь за аренду место, как правило, это стол, где-то там, допустим, ну, обычный, длиной около метра, 1,20 м, предположим, да, и стол уходит в эту аренду, да, соответственно, это может быть помещение, либо это может быть где-то на улице, да, в каком-то парке или рядом с каким-то, в частности, рядом с Лаконом у нас на улице была выездная выставка и продажа. Так что вы платите как бы за аренду этого места на определенное количество дней и, собственно, выкладываете свои изделия и их продаете самостоятельно, то есть никто никаких там... Ну, сопровождение, единственное, это реклама маркета, да, в различных соцсетях, на площадках, ну, в частности, там, в Москве, это Go2Go, например, да, площадка информационная, да, куда пойти, куда податься, тра-та-та. И, как бы, таким образом происходит реклама, да, то есть в каких-то информационных источниках организаторы говорят о том, что вот такого-то числа состоится такой-то маркет. И, соответственно, таким образом обеспечивают вам рекламу. Все. Дальше это все уже в ваших руках, да, ваше дело, как вы продадите, сколько вы получите, да, за свои изделия и так далее. Выйдете вы в ноль, не выйдете вы в ноль, окупитесь, не окупитесь. В общем, дальше это уже деятельность на ваш страх и риск. Сегодня, сейчас бы хотела вам рассказать, что я думаю об участии в маркетах, да, и где я считаю не очень хорошо участвовать, где нормально, где как, да, это, опять же, еще раз повторюсь, это сугубо мое личное мнение и мои представления, исходя из моего опыта посещения, я сейчас посчитала, я была, по-моему, на 7 или на 8 маркетах. Первый маркет, который у нас проводила его участница телепроекта «Дом-2» Маша Адоевцева, я наконец-таки вспомнила, как ее зовут, в первом своем видео откровение об участии и о своем рукодельном бизнесе, да, я не упоминала, забыла тогда фамилию, Маша Адоевцева ее зовут, и она брала в аренду или уж каким-то образом арендовала помещение в лофте, тогда это был лофт «Среда». Честно говоря, ну, конечно, у нее очень много подписчиков, очень много поклонников, но в основном тогда пришли только, ну, как мне показалось, да, те, кто знают о ней, те, кто знают, что она вот еще занялась таким видом деятельности, и у нее вот такой вот еще есть бизнес, да, как организация таких мероприятий, как ярмарки, да, товаров ручной работы. Честно говоря, народ было не очень много, и как бы народ был достаточно специфичен. Мне кажется, больше приходил посмотреть именно на Машу и так на атмосферу. А вообще, в целом и в общем, я считаю, что очень многие люди не совсем понимают, что такое маркет и что такое ярмарка товаров ручной работы. Это не значит, что там одни сплошные акции, скидки и так далее. Да, если, допустим, ярмарка идет несколько дней, то, как правило, на второй или на третий день люди делают скидки, да, продавцы делают скидки на свои изделия, чтобы, как бы, да, ну, дисконт, он и в Африке дисконт, он всегда действует на людей положительно, все мы любим скидки, да, чтобы заработать побольше, или там хоть что-то заработать, да, люди делают скидки на свою продукцию. Как правило, люди, которые приходят, да, то есть публика, они считают, что непременно должно все стоить дешево, но они всегда забывают, что это все-таки товары ручной работы, да, и каждый автор потратил достаточно много времени на изготовление, да, ну или не очень много времени, своих сил, труда, навыков, да, которые он в свое время тоже получил, как бы не всегда бесплатно.
Все это, все эти трудозатраты, умственный, интеллектуальный труд, да, при создании изделия, почему-то людьми как-то не очень учитывается, и они забывают, что мы не прикупаем вещи там где-то на садоводе, да, применительно в Москве, садовод – это такой рынок, где очень много китайских товаров, да, продаются по очень дешевым ценам. Простите, пожалуйста, что у меня в последнее время с этим, с моим другом штативом автомобиля, да, как-то он раскрутился от моих поездочек и вот как-то подскакивает, да, все время. Пытаюсь с ним уже что-то сделать, все время не получается. Ну так и люди почему-то как-то не очень отдают себе отчет, что это изделие именно ручной работы, что это не ширпотреб, да, что это не товар массового производства, а именно эксклюзивные, порой даже очень эксклюзивные дизайнерские, оригинальные вещи, да, которые созданы авторы, и вот, в общем-то, сам автор, да, стоит и их продает. Да, я понимаю, что, может быть, это похоже, конечно, на какую-то там кустарщину, да, но, тем не менее, нужно же как-то понимать, что в российских реалиях это вот такой как бы один из видов продвинуть свой бизнес, да, и продать свои изделия. Если уходить от этой темы, то, конечно же, все авторы очень стараются как-то преподнести свои работы, разложить их красиво и так далее. Конечно, этого никто не отменял, и нужно, конечно, тоже прикладывать усилия какие-то, да, свои творческие представления к тому, чтобы красиво оформить, конечно же, свой стенд. Не всегда, конечно, бывает просто общаться с людьми, которые приходят на маркет и которые считают, что ну а что такого, ну подумаешь, связала там, ну подумаешь, шила, ну что такое авторское, ну кто-то как бы умеет вязать, он же так же свяжет, тот умеет шить, он же так же сошьет, ну посмотрит прямо и сошьет. Здесь все забывают такой момент, как интеллектуальный труд, да. То есть человек что-то придумал, потратил на это время, потратил время на то, чтобы оно выглядело именно так, как он себе придумал, и так далее, и тому подобное. В общем, не будем углубляться, наверное, в этом видео, в эти дебри. Но я считаю, что труд, он должен быть оценен, тем более, когда человек создает действительно какие-то оригинальные и не похожие на другие работы, и когда он видит такую отдачу, что человек подходит и говорит: о, мне так нравится, так прикольно, так круто, я тоже так хочу сделать, а как вы вот это сделали? Ну, я стараюсь, конечно, рассказать, как я это все сделала, как бы, да, конечно, на пальцах показывать я этого не буду просто так, честно скажу. Но, как бы, да, для человека, у которого есть опыт, который этим занимается, он, конечно, не составит особого труда повторить мою работу. Но от этого она не перестанет быть моей работой, да, и не перестанет быть объектом моего авторского права. Тем не менее, мы возвращаемся к маркетам. Больше всего мне понравились маркеты, которые проходили в торговых именно центрах. Почему? Потому что, на мой взгляд, когда люди идут в торговый центр, они идут именно с целью потратить деньги. То есть деньги у них, скажем так, есть. И маркет, который проходил в торговом центре, возможно, конечно, он был приурочен, конечно же, к празднику. Вот маркеты, опять же таки, приурочены к праздникам, которые проходят в торговых центрах. Я считаю, что они наиболее успешные. Потому что целевая аудитория, она идет непосредственно тратить деньги, покупать подарки и хочет купить что-то оригинальное, что-то такое интересное. Маркеты, которые проходят в таких камерных помещениях, да, о которых, возможно, мало кто знает, где не очень хорошая проходимость людей, я считаю, что, конечно же, это как бы провальные такие места. Да, где, скорее всего, заработать чего-то не удастся. Но зато можно будет, опять-таки, пообщаться с людьми. И, как правило, это все-таки новички, а люди, которые уже поучаствовали в маркетах, мне кажется, у них формируется своего рода такая, извините за жаргон, чуйка, да, куда стоит идти, куда не стоит идти. Опять же, где-то в парках люди больше нацелены гулять, да, и, как правило, это стихийные покупки, да, то есть люди их не планировали,
И если они есть, то, мне кажется, в небольшом количестве. Вот туда стоит подготовиться в плане информационной, да, то есть запастись визитками, какими-то, может быть, буклетиками о своей продукции, да, рассказывать, показывать, конечно же, тоже, возможно, это даст свои плоды. Вот мне, честно говоря, не очень понравились маркеты, которые проходили, скажем так, помимо того, что ты вот оплачиваешь еще аренду, люди, которые приходят, покупатели, да, они еще должны заплатить за вход. Вот для меня показалось, что это не очень как бы, людей мотивирует, да, потому что они не знают, куда они идут, они не знают, что они там увидят. И, как правило, вот эта сумма, пусть она и небольшая, она как бы, ну, человек, на мой взгляд, он считает, что он уже как бы заплатил, да, вот эти деньги, ну, посмотрел, да, ну, приценился, ну, что-то понравилось. И если уж совсем что-то понравится так, что прям вот, прям понравилось, он тогда это приобретет, а так он пришел просто, опять-таки, посмотреть, да, что это такое, что это за выставка, что это за люди, которые продают свои изделия ручной работы, и вообще зачем это надо, и как вообще это все выглядит, и что из себя представляет. Вот мое мнение такое, почему вот мне больше всего понравились такие вот именно специализированные места, такие же, ну, как торговые центры, да, такие же надежды, в общем-то, я возлагала на завод «Флакон», но, к сожалению, моих надежд он не оправдал, хотя эта площадка позиционируется как творческое пространство, да, тем не менее, ну, как-то вот народ там был в плане покупок не очень активный, опять-таки, хотя и вход был бесплатный, да, мы вообще были на улице на тот момент, но как-то вот не особо пошло. Я знаю, что очень хорошо идут маркеты на ArtPlay, да, это опять-таки тоже такое пространство творческое, да, на базе завода, опять-таки, да, это очень модное такое веяние, течение в Москве, и оно захватывает и другие города, насколько я знаю. Ну вот, туда я еще пока не добралась, как только доберусь, конечно же, вам обо всем расскажу, а на этом, наверное, все. Опять-таки, резюмируя, считаю, что самое продуктивное место – это торговые центры или такие места, куда, вы считаете, люди приходят именно тратить деньги, да? И там, я считаю, наиболее хорошо идут продажи. Ну, конечно же, это все зависит от многих факторов. И от ваших, конечно же, товаров, и от экономической ситуации в стране, да и просто от погоды, наверное. В общем, я желаю всем удачи, всем творческих успехов. На этом все, и пока-пока.